территории района есть не только центральные дороги с тротуарами, а есть и такие места, казалось бы, неприглядные, но которым пользуется многочисленное количество жителей. В следующем году при наступлении благоприятных условий будут проведены работы по ремонту подходных путей, то есть это по устройству ступенек, по ремонту асфальтового покрытия, а также благоустройству в целом, то есть это вырубка порослей и очистки от мусора. Иногда не ходим на остановку, это самое, на Высоковский проезд, а сюда. Так что нам необходимо просто пенсионеров, и дети здесь у нас учатся, это ходят в школу. Нужны ступени, очень нужны, потому что ходить было просто невозможно. Хорошо, я говорю, хоть теперь можно идти и не очень опасаться, что под ногами ступишь не туда.